друзья, все русские люди, все жители планеты, сочувствующие нашей борьбе, борьбе Новороссии, России против тех, кто хочет превратить планету в один большой концлагерь. Поздравляю вас с Новым годом. Хочу, чтобы в этом году сбылась наша заветная мечта, чтобы была создана Новороссия. Прекрасное государство на территории бывшей Украины, минимум 8 властей, с огромным экономическим потенциалом, с огромным людским ресурсом, с умными, образованными, высокомотивированными людьми, которые готовы сражаться за свою свободу, которые готовы воссоздать великий русский мир. Новороссия неизбежна, потому что мы никого не унижаем и никого не завоевываем. Украина останется, и так как сейчас Приднестровье интегрировано в молдавскую экономику, практически связанную с Россией, также Украина будет интегрирована в Новороссию. Украина, лишенная высоких технологий, лишится возможности реванша, станет нормальной, среднеевропейской, безопасной страной, о которой мечтают украинцы. Я желаю, чтобы их мечта сбылась. А над всем я желаю о создании великого русского мира, без которого планета погибнет. Отдельно хочу поздравить с Новым годом моих братьев, которые сейчас далеко в России, Ермака, Ростова, а также многих мотороловцев, позывные которых я сейчас неправильно называю. Братья, мы победим, потому что наше дело правое, потому что мы защищаем земное дело Матушки Пресвятой Богородицы России. С Новым годом, друзья! Спасибо!